Выборгский морж отправился в плавание. В Доме молодежи «Форпост» открыли сезон работы творческой площадки для молодежи. Для зрителей выступила электропоп-группа «Кусто», а также набирающий популярность автор-исполнитель Гоши Берг. Свои работы презентовала и художник-иллюстратор София Коловская. Она представила рисунки о Петербурге, о чудесных и не очень свойствах человеческой натуры, о любимых писателях и местах. Мне хотелось показать то, что здесь, я думаю, все-таки сцена, да, здесь будут музыканты, и вот это вот ощущение музыки, которое тебя охватывает, то, что вокруг тебя какой-то такой космос и все вот эти вот вибрации музыкальные, вот это вот, наверное. Вот уже почти 3 года «Морж» выступает в роли некоммерческого продюсерского центра, где молодые таланты получают не только площадку, но и всяческую поддержку от фотосессий до полезных знакомств. А март знаменателен для площадки большим концертом и выставкой изобразительного искусства ко дню рождения. Июнь – полноценным фестивалем для творческих людей.